Это был самый обыкновенный октябрьский день. Холодная погода за окном, а дома уют и тепло. Но иногда в нашей жизни происходят странные вещи. Ждем. Детки, все, София, пока, я ждем. Ушла, буду вечером. Все, мама ушла. Так, пойдем, Эйвен. Эйвен, мы должны приготовить маме ужасный сюрприз. Какой еще ужасный сюрприз, зачем? Затем, что сегодня Хэллоуин, Эйвен, самый страшный день в году. Мы нарядим свои костюмы, а еще зажжем свечи, положим страшную тыкву и вызовем духов, и наделаем кучу ужасных сюрпризов. Везде кишки раскидаем и размажем мозги, и разложим черные черепа животных, или даже двуногих. Я думала, все будет немного попроще. Ну ладно. Ну что, пошли одеваться, братья. Что-то я уже передумала. Эйвен, блин, не начинай. Ладно. Я точно знаю, что мой костюм в шкафу. А? Эйвен, не смотри, как я переодеваюсь. Да я не смотрю. Ты же не видел меня никогда голой. Да голый. Я не смотрю, Софи. Я вообще твоя сестра. Да я не смотрю. Иди, короче, лучше пока свой костюм одень. Ладно. Давай, ага. Ага. Я самый крутой Бэтмен. Еще у меня есть руки и настоящий знак Бэтмена. Я слежу за порядком в этом городе. Ладно, я пошел. Софи, ну что ты там нарядилась уже, а? Да. И что это за костюм? Что это у нее за костюм? Спросил Бэтмен. Догадайся. Ответила ему собака в непонятном костюме. Ну, Софи, я серьезно. Это костюм... Костюм женщины-кошки. То есть мы команда теперь? Ну да. Круто. Хотя она была противником Бэтмена, Софи. Ну ладно, девочки не знают. Эйвен, ты слышишь этот звук? Непорядок. Ну это странно. Ладно, вернемся к нашему Хэллоуину. Ты слышала, Эйвен? Что это было? Я не знаю. У меня, кажется, задергался глаз Софии. Наверное, это просто были соседи. Ладно, давай зажжем свечи. Да, давай, отлично. Только где у нас зажигалка? Вот она. Ага, отлично, давай. Ух ты. Да. Круто, мы настоящие супергерои Хэллоуина. Да. София, мне кажется, их свечки потухли. Это, наверное, просто ветер из окна. Эйвен, делай вид, что мы ничего не заметили. Ничего не заметили, ладно. Софи, ты это слышишь? К сожалению, да, я слышу, это Эйвен, и мне это все уже совсем не нравится. Похоже, что разыгрывают нас, а не мы. Думаешь, это мама? Вряд ли. Эйвен, ты тоже это видишь? Угу. Пойдем скорее посмотрим, что там такое происходит. Эйвен, мне одной страшно туда заглядывать. Софи, я застрял, помоги мне, блин. Софи, пойдем туда внутрь и посмотрим, что там такое. Нет, я не могу. Это не поможет. Да, ну ладно. Тут ничего. Нет, все как обычно. Да уже, Иван. Теперь мне еще страшнее. Не переживай, сестра. Пойдем. Пойдем скорее отсюда. Опять этот дурацкий звук. Я тебе сейчас покажу. Я не пойду. Я же тебя уже выключала. Иван, я, кажется, знаю, что это. Это полтергейст. Что нам теперь делать, Софи, с этим полтергейстом? Я не знаю. И я. Иван, ты слышишь эти звуки? Ты слышишь этот звук? Да, я слышу. Это странный звук. Не очень. Довольно понятный звук, Софи. В ванной включилась вода. Скорее, Иван, бежим. Они хотят нас затопить. Что-то мне совсем не хочется с ними связываться. Софи, ты была права. Мамочки, Софи, включи свет. Я включаю его. Он опять выключается, Иван. Софи, включи свет, а то я не сдвинусь с места. Мамочки, Софи, пожалуйста. Давай, скорее, выходи оттуда. Черт. Я не могу больше. Сейчас это кошмар. Боже мой, это какой-то кошмар. Что нам делать? Что нам делать, ужас? Блин, зачем мы придумали Хэллоуин этот? Что происходит? Это Эпплтрейс. Мы разозлили каких-то духов. Что мы делаем? Зайдите, мама, что нам делать? Я придумаю сейчас. Я буду красить игрушку, чтобы успокоиться. Игрушка не поможет, Софи. Мамочка. Срочно звонить маме, пока она не вернулась. Давай, набирайся, давай же. У меня трясутся лапы. Только не это. Нет сети. Она нас убьет. Я не знаю, Софи. Софи, интернета тоже нет. Мы не можем никого позвать. Ну, мы же супергерои, Эйвен. У меня есть офигенная идея. Окна. Они заблокированы, Софи. Мы не сможем выйти туда. Мы никогда отсюда не выберемся. Ну, прям да. Мама вернется, а нас нет. Или мы сошли с ума. Выходи, Эйвен, кажется, все стихло. Эйвен, зеркало. Эйвен, мы же здесь, почему нас нет в отражении? Я не знаю, Софи. Мы что, уже умерли? Значит, Софи, можно больше не беспокоиться. Значит, мы останемся в этом мире полтергейста. Мама пришла! Ура, наконец-то! Боюсь, Софи, это не мама. Мама бы просто открыла дверь. Это опять она возвращается. Эйвен, пойдем возьмем камеру. Надо записать все на видео. Иду. Софи, а где наши куклы-двойники? Они же стояли там. Неужели их кто-то украл?
Это не полтергейст, Эйвен. Я уже понял, Софи. Тупые собачки. Теперь это не кажется уже таким страшным. Софи, ну он же нас заберет, если придет. Мне уже все равно, Эйвен, что будет дальше. Хотя нет, мы не сдадимся. Мы возьмем камеру и все это запишем на видео. Для наших подписчиков. Делаем обращение, давай. Снимаешь? Дорогие подписчики, да. Если мы пропадем... Блин, не знаю, как даже сказать. Давай я скажу. Это Бэтмен Эйвен. Эйвен, что ты снимаешь? Что ты делаешь? Я просто хотел показать твой значок подписчикам. Эйвен, блин, нам нужно объявление сделать, понимаешь? Да. Мы скоро сойдем с ума. И если вы видите это видео, возможно, нас уже больше нет живых. Или мы уже сошли с ума. Или нас похитили. Софи, там кто-то пришел, слышишь? Может, это мама? Пойдем скорее. Не боюсь, мне уже страшно идти туда. Нам уже нечего терять, пойдем. Так иди, что ты стоишь сзади? Эйвен, я боюсь. Ладно, я не боюсь. Я Эйвен, Бэтмен, я не боюсь. Ой. Ну, привет, Эйвен. А ты мне тогда поверил. Мамочки. Он же хотел стать добрым. Тихо, тупые собачонки. А это что такое? Хотели снять меня для своего блога? Ну хорошо. Будет тебе счастье, друг мама Аня.